Damn, кого я вижу? Спасибо, что пришли в тот раз на наш кастинг, на наш шоу. Мы, как юные продюсеры, ищем юные таланты. И каждый из вас... Черт. Ну, можно чуть меньше пафоса. So. Вы просили нас, юных продюсеров, показать, как позвать вас на кастинг. Мы это сделаем. Этот кастинг состоится... когда-то там. Очень важно... манера исполнения, с которой вы придете к нам. Мы ищем junior kids, исполнителей молодых, талантливых. У вас есть шанс продвинуться, да. Именно этим занимаются продюсеры. Продюсируем мы известных, очень много известных исполнителей, кстати говоря. Вы, наверное, знаете. И важны две манеры исполнения, обязательные, которые требуются. Первое. Раз, два, три, четыре. Сука, вон из моей квартиры. Ну, типа того, сейчас. Пример приведу. Мы сидим с ней на квартире, я не знаю ее имя. Вот. Как-то был пацанчик очень интересный. Он хорошо исполнил. И еще одна манера. Ой, громко, извините. Как же он исполнил? Пацанчик недавно приходил, мы его пропродюсировали хорошо так. Нет. Как же там? Так он сочно прям сказал. Моей сучке нужны деньги, я купил борщ, просто сбил, похуй, на карте биллион. Фу. Да, точно. По-моему, так он сказал. И нам очень nice понравилась бич. Поэтому мы решили его взять. И мы ждем от вас таких же успехов, достижений. Приходите, не бойтесь. Мы вас будем унижать, но это надо так, поверьте. Мы ждем. Присылайте нам TikTok ваши панчи. God damn, bitch. Fuck you, man. И ваш талант будет замечен миллионами, потому что ваша личность уникальна. Запомните это, запишите на блокнотик и повесьте перед вашим аудиоаппаратурой, которую будет делать талант. Будет мотивация. Круто. Мы ждем вас.